Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. Извините. И, короче говоря, сегодня мы снова смотрим на моды на игру КДС Соседа, которые прислали подписчики или просто гости канала. Короче, мне прислали столько модов, что я не могу сосчитать. Как же в них не запутаться, а? Ну, и напоминаю, дорогие друзья, о том, что... Вот как вы знаете, я всегда оцениваю моды в конце его осмотрения, но вы в комментариях тоже можете написать о том, как бы вы оценили этот мод. Так что, вы-то тоже жюри, можно сказать. Оценивайте в комментариях, пишите свое мнение и так далее. А мы начинаем. Сегодняшний мод называется «Когда соседа плюс». Включаем музыку. Короче говоря, менюшка выглядит довольно прикольно. Настройки тоже классно выглядят. Музыка из «Когда соседа 4» на отдыхе играет, правда. Короче говоря, здесь всего 6 уровней, я так понимаю. Этот мод сделал вот этот вот Тайпен. Настоящий имя Тимур. Мне его никто не присылал, это я сам в интернете нашел. Короче говоря, утро. Сосед уже проснулся и ухаживает за своими цветами. Время от времени идет почитать письма, а вдруг что-то важное. Но Вуди не отстанет от соседа никогда. В комнате, в ванне ничего нужного нет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, блин. Ого, закат какой. Но в ванну мы не войдем. А, в корзину спрятаться можно, нифига. А, я тут уже осмотрел. В почтовом ящике что? Бумажка? Да. А это сюрприз? Это что ли? Надо было, наверное, прочитать описание предмета и посмотреть, что написано. А то я так и не понял. Это не сюда? И не сюда? Блин, я так понимаю, нет. А что, мне долго ждать еще? Здесь три пакости. Одна сработала, но почему-то не засчиталась вот здесь. Это глюк какой-то или что? А, блин. Неправильно я сделал. Надо было... Надо, короче, поставить эту записку и... Что написано, кстати? В этой бумажке я написал, как я сильно ненавижу ротвейлера. Оскорбления всякие. Наверное, там на бумажке написано. Ты трус, ты обычная ч***. Ты ч***мо. Ты ч***мо. Ты ч***мо. Всякая там с***а, извините за выражение. Обеденная. Бумажку сюда.
Не ожидал я, что мне столько модов пришлют. Так много прям. А, блин, слишком рано. Прям вот так вот сделаем, чтобы побыстрее было. Фух, да. Быстрее, быстрее, быстрее. Вперед, вперед, вперед. Давай. А, давайте по отдельности делать. Чтобы успеть. То так мы хрен успеем. О-хо-хо. Сам что ли обрызгался? Ай, его пчелы покусали невидимые. Ну прикольно, мне нравится, в принципе. Правда, вот не успеваешь сделать все. Пока что мне все нравится. Ну, давай уже быстрее, блин. Скорее, давай, делай это быстрее. Все, бежим. О, а в этот раз засчиталось, смотри. Что-то в первый раз не засчиталось. Ну и все. Спорт. Сосед тренируется на велотренажере. Так, сосед решил потренироваться на велотренажере, смотря телевизор и попивая чашку кофе. Время от времени он идет к кофеварке за новой чашкой кофе, но это но не будет ему спокойствия, ведь будет тут как тут. Пила для металла пили долго. Жалко. Но спасибо, что подсказали. Так, я так понимаю, тут на цыпочках ходить надо или не надо? Не, не надо. Слава богу. Стоп, наверное, надо на унитаз-то применить. Так, грязь, ну, в кофе, наверное. Или нет? Яйцо на микроволновку-то можно применить, я так понимаю. Беги! Есть! А чё, ему можно что-то дать? А, ну всё. Не так уж и долго. Ослабительное куда? Так, раз пакость. Стоп, два пакость. Ну и все.
Больше ничего не надо. Вот это куда, я не знаю. Вот это никуда, я так уж и понимаю. Ну вот и все. Сочно будет точно. Суббота. Сосед сегодня решает поесть сочного мясца. Время от времени он идет посмотреть бинокль, как раздевается сетка напротив, да. Но Вуди это не нравится, чтобы защитить скромную женщину, придется отомстить соседу. Когда сосед попадается на пакость в бинокле, он побежит в ванну. Устраните там пакость. Устраивайте там пакости. Ого, ничего себе. Нифига. Цветы растут. Вот первый уровень сильно отличается, а вот следующий уже что-то не так сильно. Но все равно мне нравится. Пакости новые есть, все круто. Так, куда он еще идет? Мясо? Ну, пожрать идет. Все мододелы, кстати, заметил я, но большинство делают моды вот так, чтобы улицу было видно. В общем, из Вуди возвращается берут. То, что улицу видно, это мне нравится, в принципе, это мне нравится. Ого, сосед-то быстро бегает. Еще быстрее. Так, короче, раз. Два, три. Раз, два, три. Какая еще пакость? Мне немного непонятно. А! Микроволновку. Наверное, забыл я. Окей. Точно. Вовремя я вспомнил про нее. Ну, молодец, прям на стул. И на пол. А чё в туалет не смог нормально сходить? Обязательно на пол надо было. Вкусные конфеты. Пасмурная погода, как и у меня, в принципе, на улице. Кругом снег у меня на улице, не то что у вас там, наверное, в Москве, блин. Или где-нибудь еще. Пасмурная погода, сосед очень голоден, есть вкусные конфеты. Ну, прям как мой кузен Вовчик конфеты постоянно ест. И читает книгу. Ну, Вовчик книжки, правда, не читает. Но сосед вспоминает, что нужно быть чистым и мочиться в ванну. Если много есть конфет, то будет сахарный диабет. Вот! Вовчик, если ты смотришь это видео... в каком году, я не знаю. Ну, в общем, в так... В 2000... Когда тебе 5 лет-то исполнится? Так,
2023 году, когда ты меня смотришь, если ты смотришь это видео в 2023 году, то запомни, нельзя есть много конфет, будет сахарный диабет у тебя. Ладно, мыться не так часто надо, думает Вуди. На кухне нет микроволновки, отлично, блин. Если он смотрит это видео в 2022 или в 2023 году, то пусть посмотрит. Пусть узнает, что сахарный диабет будет. У него зуб болел уже один раз. Ого, тут есть изменения. У него кариес на зубах уже был от конфет из-за того, что он переел их. Зелененькие конфеты. Если они зелененькие, то что это за вкус, интересно? Хотя он в рот закладывает не зелененькие вовсе. Что-то я не понял, я из аптечки взял что-нибудь или нет? А, я так понимаю, знаете, что надо сделать? Наверное, надо начать как раз-таки с... взять все предметы. А, можешь же тут спрятаться, господи. Ну ладно, давайте я попакостим в ванной сначала сразу. Только вот это нельзя? А, вот это, наверное, надо. А волосин куда? На ванну ты его не прим... А, вот, на воду. Тут фиг что увидишь, блин. Что-то я так не понял, я в аптечку заглянул вообще или нет. Я, наверное, забыл опять. А может и нет. Может и не забыл. Да не, я вроде заглядывал, раз пену для бритья взял. Скорее всего взял, может быть пену для бритья можно как раз таки сюда надо? Так, лайм. Лайм сюда надо, а пену для бритья куда? Вот и яйцо, видимо, никуда не надо. Пену для бритья. Яйцо. А что тогда? На. Фломастер? Точно. Еще три пакости, по сути. Вот это. Вот это. А еще какая? А, нет. Вот это еще. Ну все, мы все сделали, получается. Наверное, в этом видео будет только этот мод. На другие моды мы не успеем уделить время. А он их не съел, он просто взял их. Ну и давай съедай наконец конфету. Опять. Наплевал. Кошка моя любимая. Последние годы тоже блевала. Все время. Облачков ей небесных.
Но у нее была болезнь, поэтому она и блевала. И от этой болезни она, к сожалению, и умерла. Жалко ее все-таки. Ветреный денек. Снова пасмурная. Но ее уже нет. Ее уже больше, чем полгода. Ее уже нет почти год с нами. Поэтому я уже так сильно не переживаю. Снова пасмурная погода. Сосед сидит в своем кресле. Но из-за того, что сосед немного глупый, он решил кресло поставить в коридор. Также из-за того, что на улице ветер у соседа, из-за этого открывается окно. Он идет закрыть окно и ругает за это сына Ольги. А ведь сосед не знает про то, что на улице ветер, блин. Потом он идет к Иксиру попить коктейль. Но Вуди вновь выходит на сцену. Отлично. А какая подсказка, я чуть не прочитал. Какая подсказка? Ждите, пока из-за ветра окно это окно, чтобы сделать с этим пакость. Что-то услышал. А, окно открылось, типа. Вот оно что. Неплохая пакость. Правда, немножко недоделанная. Тут просто погода меняется за окном больше, чем на... Ну-ка, а как меняется его? Прикольно, прикольно. Мне нравится. Блин. Блин, надо было пульт использовать. Что-то я не понял, а я что-то сделал, что ли? Блин. Как не повезло, а? Блин! Я пока не разобрался, что с ним можно сделать. Блин, надо... Мне кажется, наверное, в любой комнате можно нажать на пульт, чтобы включить телевизор. А с самим телевизором ничего, блин, нельзя сделать. Ну, слышал, что телевизор сам включился, да? А, я что, не заглядывал в комод, что ли? А, ну да. Не заглядывал. Короче, вот это в кресло, вот это я не знаю пока куда. Клей. Клей, возможно, на окно. Все продумано, смотрите-ка здесь, в этом моде. Сосед Бакла. Так, ну и клей, я так понимаю, на окно надо использовать. Черт, фломастер, клей. Пульт от телевизора. Очень грамотное описание, да. Thank you.
Отлично. И руки склеятся, ну да. Прикольно, пульт для телевизора, кстати, сделать. Это реально интересная задумка. И последний уровень остался, это стирка. Сегодня у соседа обычный день. Каникулы. Он идет на балкон посмотреть свою любимую картину и нюхать цветы, которые он поливал. Одним словом, сосед кайфует, да. Потом он идет пить пиво, дальше стирать белье. Но Вуди не даст никогда соседу спокойствия. Этот уровень немного сложный. О, господи, о, нет. Как он стирает здесь, оказывается. Куда он дальше пойдет? Стирать дальше он идет. А, вот оно что. Он ставит. Чтобы она сама стирала. Сколько времени, кстати, уже? У меня много. Достаточно. С картиной у нас что? Вот это? Нет. Вот это? Точно. Вот это. Так, вот это сюда? Да. А, микроволновка еще же есть. Ну ладно, про микроволновку я забыл. Ладно, можно будет потом еще раз сделать ее. Не говорит, что он в туалет сейчас пойдет. Блин, пойдет. Да. Нет, 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 нет. Так, дальше он идет стирать. Mm-hmm.
Интересно, надо использовать, когда она выключена или включена. Непонятно, что-то немного. Тогда куда? Раз, два, три, четыре. Четыре еще, да? Спасибо за игру, ждите новых версий. Отлично. Будем ждать, собственно говоря. Будем ждать. Ну и теперь пора приступать к оценке мода. Этот мод, как достать соседа, раз уж мод называется как достать соседа плюс, то он заслуживает именно плюс. Потому что, ну это действительно хороший мод, мне понравился. Вот, кстати говоря, немножко спорный вопрос один есть. Вот вы предлагали, если мод еще лучше, чем просто плюс, чем хороший, то надо поставить восклицательный знак. И вот у меня вопрос, почему именно восклицательный знак? Почему именно восклицательный знак? Напишите в комментариях. Почему не галочку какую-нибудь там, я не знаю, а восклицательный знак? Что он означает? Напишите в комментариях. Ну ладно, на этом мы закончим с вами эту серию. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписозы, а с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру, когда достать соседа, то присылайте их мне в группу ВКонтакте. Присылайте их... А куда еще присылайте-то? Ну, можете мне в личку ВКонтакте написать, а можете в комментариях под видео. Ну и все, всем пока.